замерзли с треском небеса и с воем ринулись оттуда, срубая головы церквям и славя красного царя на мои бледные иуды. И тема беседуйте, может, вопрос у вас интересный есть. Я из России. Оригинал сити ваш какой? Казань. Нет, приехали откуда в Калифорнию? Из какого города? Из Казани приехали, из России. А, понятно. Ну, вопрос у вас есть какой-нибудь интересный? К россиянам? Да нет. Я уже квест поставил. Почему к россиянам? Вот. Вы ж не украинец, хотя у вас стоит Украина. Я не украинец, но мне стыдно называть себя россиянином. Ну не называйте. Я живу в город Торонто, если вас интересует. Если вам не стыдно. А вам не стыдно под этой власовской тряпочкой? Что не стыдно? Под этой власовской тряпочкой выходить в интернет? Или вы с какой-то целью интересны? Ну а вам не стыдно, чтобы под Украиной выходить? То же самое я ж могу вас спросить. Нет. Ну вот и мне. Украина не воевала против русского народа. Ну, Украина другие пакости делает. Которые для меня более существенны, чем те, что делает Россия. Интересно, что они вам делают в Казани? В Канаде. Что они вам делают? Ну, она мне строила не в Канаде ничего. До того, как я в Канаду приехал, она мне строила. Украина, да. Ну, я из Харькова уехал. Вот Украина мне и строила. Если бы я уехал из Омска, то мне Украина бы ничего не строила. Вот весь ответ. А что вам в Харькове Украина сделала? Мову насаждала. На мои же налоги. Мову насаждала? На мои же налоги. А, то есть вы... На мои же налоги, кстати говоря. Славянский язык вы уехали в Канаду, чтобы учить французский и английский. Да. Какой вы молодец. Да. Какой вы молодец. Потому что... У вас шизофрению еще не диагностировали? Случайно? Ни английский, ни полярочку какую-то. Ни английский, ни французский не вызывает того отторжения, которое вызывает мова. А. Ну это ваш какие-то комплексы, вот видите. Ну я понял вас. Вы не захотели учить язык в той среды, в которой вы живете, и переехали в другую среду, в которой вы живете. Нормально. Только Украина тут ни при чем, она вам ничего не сделает. Но вы же тоже уехали. Изучили английский язык, верно? А я уехал, потому что у меня страна конченая абсолютно. Ну, просто клинически конченая. Ну, я потел жевать. Вот просто вот и я потел жевать. Никарагуа по сравнению с Россией, просто это, блин, рай райский. И я по тем же мотивам уехал. Я же вам объясняю. Да. Вот я в Украине такого не замечал. Я не замечал в Украине, чтобы там за слова просто могли, например, А вы часто бываете в Украине или бывали? Нет, я два раза всего был в Украине. Ну вот, поэтому не замечали. Поэтому... В Украине нужно пожить, чтобы... Знаете, у меня много друзей из Украины, которые здесь живут. И поверьте мне, да, я ни одного обиженного на свою страну украинца не знаю, кроме вас. И то я не знаю, украинцы или нет, не показать. Вот россияне, которые уезжают из России, вот практически 90% ненавидят свою страну. А вы, пардон, вот ненавидит. А вы, пардон, из какого города уехали, если не секрет? Из Казани. А, из Казани, понял, да. Mm-hmm. Давно в Штатах? 12 лет. А, ну, почти как я 15. Ну, как-то серьезно можно следующий беседовать. Понятно. Ну, хорошо, какая-то... Вам сколько было? А? Какая-то у вас русофобская, ну у меня 40 с небольшим было. Какая-то у вас русофобская позиция. А вы по национальности русский? Не русофобская. Вы по национальности... Я по национальности русский, но я считаю, что у меня позиция, как у немца адекватного во времена фашистской Германии, которые не поддерживали Гитлера и его идеологию. Вот я такой же. Ну ясно. Ну а... Я русский националист, и я вижу, как мою страну убивают эти пидорасы, которые у власти. К чему они ее приведут, и мне даже страшно представить. Ну, я понял мысль вашу. Но
Вы к такому выводу пришли давно, еще в 90-е, или еще при СССР, или позже? Когда вы пришли к такому мнению? Я в такие выводы, пришел, когда один улыбающийся лысый педераст на вопрос, а что случилось с подлодкой Курск, он улыбнулся и сказал, она утонула. А, ну я, да, это было, по-моему, в 2003 году где-то, да, или во втором? 2003 год, да. Да, третий год это было. Ну, я бы сказал так, на дурацкий вопрос был дурацкий ответ, но изначально был дурацкий вопрос. То есть, на вопрос, что случилось, надо было таким образом отвечать, да? А что было дурацкого в вопросе, что случилось? Ну, потому что это было общеизвестно, и двумя словами это не описать, если технически... Так сказать, а общеизвестно, как причины. Это было, если даже расследование было засекречено, и лодка была уничтожена в дальнейшем потоме, там распилена, и вообще как бы никто до сих пор толком не знает, ну, понятно, что есть несколько версий. Как это было, кому все было известно? А вы думали, что он должен озвучить какую-то версию, что ли, что случилось, или что? Если она тем более засекречена. Нет, он озвучил то, что он хотел. Он озвучил то, что он хотел озвучить. Он показал, насколько он Он презирает, насколько он русский народ. Я же не отрицаю, я же вам подтвердил, что ответ неудачный, да. А я думал, что обычно с 2014 года говорят. Когда... Я уехал до 2014 года. Ну я понял. Нет, В 2014 году это лишь подтвердилось. Начали ненавидеть Россию, я думал, с 2014 года. Можно же уехать, но еще не испытывать ненависти. Понятно. Ну хорошо, я вас понял, да. Может, еще какие-нибудь вопросы у вас есть? Не, мне просто интересно, как вам с вашим мировоззрением живется в Канаде. Мне просто интересно. Там одна из самых больших украинских диаспор, насколько я знаю. Тяжело себя чувствовать отщепенцем? Даже там, или как? Я не вхожу, слава богу, в украинскую диаспору. Если бы я в нее входил с такими взглядами, да, тогда бы я был отщепенец для нее. Да, но дело в том, что Канада одна из главных, в том числе сейчас и военных союзников Украины, как бы, а так как ну, не за... Украины, то странно, что он в Канаде живет. Ну, к сожалению, да, но это естественно. Англосаксонский мир борется с конкурентами, с Китаем и с Россией, и как бы естественно использует такие инструменты, как Украина для этого. А Россия, она в каком-то смысле конкурент? В военном, а Китай в экономическом. Америки? Вы это прекрасно знаете, да. Военно. Да. Вы знаете, так как я служу под Красноярском, как раз таки в частях, которые отвечали, так но сказать, мне за не очень стабильность Россия. Во всем мире, да? Да. Я вам могу сказать, что да, если сейчас отдадут команду, ну дай бог, под Воронежем они все грохнутся, они ближе. Ну, вполне возможно. Но это, так сказать... А почему вы тогда поддерживаете Украину? Какая вам Украина, какую симпатию вызывает, интересно? Украина у меня вызывает симпатию как военный союзник моей страны, где я сейчас живу, гражданином, которой я являюсь, город, что я являюсь гражданином США. Вот. И эта страна поможет нам свалить этого гребаного карлика. И, ну, если при этом развалится Россия, ну, окей. Ну, совок развалился, уже проходил. Ну, я понял, да. Я, конечно, надеюсь на фрагментацию Украины. Мне не очень нравится слово «развал». Я употребляю слово «фрагментация» для этого дела. Вот. Если, Вы знаете, до тех пор, пока у Украины есть такие союзники, как вот, которых я вам назвал, хотя бы просто США, там даже Евросоюз включен. Ни о каком развале речи быть не может. Ну, если бы на самом деле Украина... Есть вариант только один, если прям как-то вот разосрутся они с президентами, но это прям очень вряд ли. Потому что Петр Андреевич, насколько я знаю, личный друг Байдена, и даже команда Z не пытается ничего там особо выступать. Еще. Так что тут вообще вопросов никаких нет. А кто личный друг Байдена? При вашей жизни так точно. Кто личный друг Байдена, я не понял. Порошенко. А, да нет, это какой он друг? Он был другом, пока Байден по поручению Обамы исполнял обязанности куратора по Украине, а сейчас ему это уже неинтересно. 4 дня назад Байден лично сказал это в интервью. Да. Можете посмотреть. Ну, да. Пускай, так что ваш, как бы, ну, интересный пускай, домысел. Пускай, конечно, украинцы порадуются вашему оптимизму. Я считаю, что
Украина для вашей великой страны лишь инструмент, как ржавый молоток, который используется для нанесения ударов по России, не более того. Верно зря жалел Деникин хама, их надо было брозгой да плетьми. А за себя он был совсем не разговорник. Да дурака валяли. Разговаривают. Почему же тогда в утилитарном государстве, Украина утилитарное государство, правильно? Великобритания утилитарное государство, Германия утилитарное государство. У них есть один... В соседней стране 70 миллионов. Они нас ненавидят за это, за то, что мы живем хорошо. Ненавидят. И будут ненавидеть всегда. Просто потому, что мы есть и живем хорошо. А западной, західної України немає. Західної немає, і восточної. Немає восточної України. Є одна Україна. Да, є. Де ви таке бачили? Східна Україна. Є схід України, є захід України, є східні області України. Є Республіка Кубань, яку окупували комуністи в 1918 році. А Воронеж не окупували комуністи? Ні, Воронеж передали. Ну ви ж депутат. Я депутат городського совету, я исполнительна власть. А Зеленский и его все вот это вот, это законодательная власть. За родную Россию, как Руси их рассеем, тяжела будет исповедь. Каркашовский был гвоздем украинскому народному чиновнику. Италец? Да, да. Украина, которая создана группа кривичка. И по Конституции, еще раз заявляю, власть Харьковской области твердая и сильная. Мы не позволим никому учить нас жить. Я заявляю вас, в Харьковской области не будет ни Донецкой, ни Львовской власти. Будет только Харьковской. Будет только Харьковская власть. Но ты мне улица родная, и в небо дождь.